Итак, давайте с вами разберемся, как правильно заводить механические часы. Думаю, многие из вас задавались этим вопросом. Для начала нам нужно понять, оттягивается ли у нас заводная головка в сторону или откручивается. Для этого нам достаточно ее оттянуть. В этих часах она у нас оттягивается, поэтому первым действием будет настройка необходимого нам времени. Время настроили, после этого можно настроить апертуру даты в положении 6 и после этого закрыть заводную головку. После этого нам необходимо сделать 15-20 полных оборотов по часовой стрелке. Более 20 раз делать не рекомендуется, так как можно повредить механизм часов. И менее 15 раз также не рекомендуется, так как запас хода может быть недостаточным. Все, друзья, часы мы завели. Сейчас я покажу вам часы, в которых у нас заводная головка откручивается против часовой стрелки. Итак, мы ее открутили. После этого также отводим в сторону, настраиваем необходимое нам время. Время, кстати, нужно настраивать по часовой стрелке. После этого заводную головку закрываем в промежуточное положение и также делаем полных 15-20 оборотов. После этого с небольшим усилием к часам мы закрываем заводную головку в первоначальное положение. Заводите свои часы правильно, чтобы они вам прослужили как можно дольше.